Пенсионер в великой стране должен жить богато и счастливо. У нас вообще страна определяется только одним, как в ней живут дети и пожилые люди. Если дети и пожилые люди в стране живут хорошо, то значит эта страна правильная, значит там есть чему гордиться власти. А если власть загнала пенсионеров в ситуацию, когда они не могут выжить, у них все время выбор, что купить, или заплатить за ЖКХ, или купить какую-нибудь еду, причем еду некачественную, то это плохая политика в этой стране. И мы пришли для того, чтобы поменять эту политику. И вот то, что сказал Ген Андреевич в своей вступительной речи, да, действительно, мы считаем, что пенсия должна быть не меньше 40% от заработной платы. Защищать надо не чиновников, которые имеют отдельное медицинское обслуживание, отдельные пенсии, которые достигают сумасшедших денег, значит, зарплаты в 200 тысяч рублей в правительстве. А власть должна защищать пенсионеров, тех, которые положили свою жизнь на то, чтобы эта страна стала великой. И я думаю, что если вы придете на избирательные участки и проголосуете вместе со своими детьми, со своими внуками, я думаю, мы победим. Потому что наше дело правое. Вот то, что мы сделали за это время в совхозе, мы хотим, чтобы было во всей нашей стране.